Всем привет, друзья! Ну что, получили мы на 5 дней, как и обещали, доступ нам Expedition Emmet Runner Game. Это от разработчиков SnowRunner. Здесь мы на скаутах исследуем территорию и выполняем всякие миссии. Поехали посмотрим, что это у нас за новый продукт такой. Обучение я уже прошел, вам там смотреть нечего, поэтому начинаем новую игру. Здесь у нас есть определенный набор локаций. Вот я был в Little Colorado, мне не очень понравилась атмосфера, все какое-то желтое. Аризону не было, вот мне понравились зелененькие Карпаты. Я думаю, с нее и начнем. Здесь у нас как-то все закрыто. Есть пролог открытый, я думаю, с него и поедем. У нас есть требования для этой езды. Требуется специалист какой-то, домкрат с собой, чтобы был, и якорь. Здесь перед каждым заданием выставляется тебе условие для прохождения данного задания. Можно выбирать несколько. Давай возьмем вот этот грузовой. В инвентарь сюда влазит очень много всего. И дальномер, и фотоловушка, видеокамера, сетевой маяк. У нас здесь все есть, но я не знаю, для чего это. Мы возьмем, что нам было основное, вот здесь. Вот у нас также есть, как в SnowRunner. Можем здесь у нас даже делать что-то. Крепление для колеса. Давай возьмем. Я люблю по максимуму. Фароискатель. А, фароискатель. Нам уже дали какую-то ачивку. Очень красиво. Козырек поставим и удлинен. А, удлиненный давай. Здесь у нас идет такой же тюнинг. Ой, нет, не нравится мне. Это нам запрещено. Хорошо, разное. Аварийный запас есть. Аварийный запас за 5000. Топливо и запчасти. Давай возьмем. Мы же отправляемся в тяжелую дорогу. Тяжелые силовые пороги. Отлично, грузовые корзины. Все берем. На все деньги нам. Грузовой борт мы взяли. И отлично. Груз у нас здесь почему-то ничего нету. Разное. Можем добавлять. Добавить в слот. Все денег стоит. Давай снарядимся. Топливо побольше. И грузовой борт. Топливо у нас есть. Вот здесь можем запчасти. Давай заберем с собой. Колесо мы тоже надо брать. 750. Но стоит недешево. Хорошо. Дальше у нас идет состав. Это список доступных специалистов. А для чего нам... Ай. Нанимайте их, чтобы облегчить экспедицию. Хорошо. Вот у нас есть логисты. Аванпосты они дают. Бинокль плюс 150. А, они еще с способностями логистов. Поэтому отлично заходит. Эти у нас все закрыты. У нас пока Конор. Добавляем логиста. Все, у нас он есть. 500. Мы его взяли, я так понимаю. Все. Теперь у нас требования, смотри, все выполнены для данной экспедиции. Вот наша часть, где мы будем начинать. Это у нас, смотри, целый лагерь. Здесь какие-то ключики, все это расположено. Сейчас мы все это посмотрим. И главное, чтобы она отличалась как-то от SnowRunner. Потому что, если это будет просто передвижение на скаутах по территории, нам этого ничего нового не даст. Коллизия у нас здесь и... Так, вот смотри, ну у нас сейчас темнота, смотри, какой у нас лагерь получается. Задание у нас пишется добраться до выезда с базы. Поехали пока на этой, смотри, какой он классный, сзади, везде. Но это тоже дается, при когда ты берешь ранний доступ. Очень атмосферненько, посмотрим, что будет по заданиям. Здесь также у нас можно на буковку Т спускать и накачивать шины для лучшей проходимости, но увеличивается тогда расход. Здесь у нас какие-то ремонтные части, это ремонтироваться, постройка модулей. Вот, как интересно, мы еще можем двойной запас, мы можем здесь еще что-то и улучшать. Построить модуль. Смотри, мы еще и свою базу полностью расстраиваем. Это тоже очень интересно. Заправочная станция. Мы заправлены пока полностью. Запчасти все у нас есть. Бака дополнительного нет. Поехали по заданию. Ну, выполнено все классно, как в SnowRunner. Поэтому, я думаю, будет интересно все это повыполнять. Ну, сделано очень атмосферно. Графика стоит на ультра. И все нормально, кстати, тянет. По настроечкам 60 кадров в секунду у нас есть. Добраться до смотровой площадки. Ну, этапы всех заданий нам все показывается. Карта очень красивая, кстати, эти Карпаты. Еще как немножко расцветет, сколько у нас времени. Часов. Часов я не вижу. Ну, ладно. Получается, смысл игры. Все как в SnowRunner, но здесь грузы мы не перевозим. Мы выполняем миссии по всякому поиску, нахождению всяких элементов. Ну, и так далее. Я думаю, дальше увидим. Добираемся до смотровой площадки. И здесь что у нас? Перечесть секунду. Похоже, нам в ту сторону. На направление лучше уточнить. Осмотрите с помощью бинокля. У нас есть бинокль. Это нам логист говорит. Вот мы наняли логиста, и он будет советовать нам, что и как, где лучше. Смотри, какой-то вопросик. Склон большой. Вы нашли склон. Награда 100... 100 денег. 100 денег. Ну, здесь интересно, что можно так исследовать. Здесь у нас что-то склон. Еще, ну, большие склоны. Что-то желтенькое у нас светлячки летают. Здесь еще у нас есть
дрон, с которым можем исследовать. Так, он сухой отмель. Он говорил, там тут аккуратнее как-то старайтесь. Мы уже где-то тут заехали, конечно. Вот так, давай, 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 давай. Давай, полный привод включим, не будем экономить. Расход небольшой, а бак у нас... Я пока не вижу, но найдем потом. А, вот он бак. Топливо, ну так уходит более-менее. Красиво, слушай, это будет очень интересно исследовать. У меня были мысли сначала, когда я проходил обучение, вернуть ее. Но мне кажется, при движении в гору есть риск, что машина перевернется. Понизьте давление в шинах для лучшего сцепления. Видишь, там туда же... Ну, давай на минимум, смотри, машина приопускается. Подтвердить, поехали. У нас, конечно, увеличивается расход топлива, но я думаю, это не страшно. Я руль не подключал, мне как в сноураннере не нравится использовать руль для управления, так и здесь. Здесь интересно всегда осмотреться, что-то посмотреть. Так, нам бы где-то ехать надо, наверное, лучше. Ну, давай здесь. Было бы лучше, где дерево есть. Этап завершен. Это подъем не из легких. Стоит воспользоваться системой подкачки колес и лебедкой. Ага, вон у нас специальная ветка лежит. Управление все очень похоже, как в SnowRunner'е. Кто играл, тот тому будет сразу привычно. Что лебедка, что это нам посоветовало лебедкой. Ну, давай, попробуем. Давай, 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 давай. Ну, интересно, почему-то у меня машина чистая. Хотелось бы, чтобы она вымазывалась. Обычное издание стоит в Стиме, но это у нас лично. Где-то 20 чем-то долларов. Потом среднее издание там, с какими-то дополнительными плюшками. Ну, главное, я брал, потому что 5 дней раньше давали доступ. Выходит он... Чего маленький присел? Выходит она 5 марта. Я даже смотрел, почему-то даже в Стиме уже сутки... Ну, не сутки, день прошел. Вечер, ночь. И нету еще ни обзоров, ничего на нее. Неужели никто не захотел ее раньше брать? Так, вот мы нашли какой-то... Припасы мы нашли. Обмен предметов. Вот мы здесь можем... И мы нашли в инвентарь, смотри. Мы бы могли не покупать это. Хотя нас бы не выпустили. 100 литров бак. Давай мы дольем сюда. Перелить. Переливаем себе. Отлично. Запчасти у нас все целые, колеса целые. Что это у нас такое? Кварц. А, у нас даже... А зачем мы эти две штучки взяли? Мы возьмем кварц. А что нам лучше взять? Может, нам где-то советуют забрать груз, припасы. А, нам основные припасы. Видишь, была бы машина побольше или с прицепом, мы бы могли все это забрать. Поэтому лучше брать или что-то более объемное. А это просто скаут. Ну, жалко, обидно, конечно. Этап завершен. Исследовать область. Теперь вот нам показывает исследовать вот эту область. Мы туда и отправимся. Ну вот мы где-то сюда и добрались. У нас процентики идут. Это мы исследуем область. Я, конечно, может, не совсем поехал по той дороге, которая, может, здесь где-то попроще немного. Но мы поехали через деревья, через дебри всякие. Давай посмотрим, расспросят. Надо увидеть тебя. Единственное, может, мы можем с дрона. Смотри. Будет у нас засчитываться? Вот у нас дрон есть, мы можем все обсмотреть. Ну, естественно, будет. Но здесь можно далеко не уехать, потому что теряется сигнал. Смотри, как интересно сделано. Очень красиво. Смотри, мы можем себя и посмотреть, и область исследовать. Он вверх-вниз все опускается, поднимается. 98. Ну, вот сейчас мы соточку и возьмем. Все, доставьте груз обратно на базу. Ну, с помощью дрона вообще классно. Исследовать местность, это шикарно. Много чего здесь добавили. Можно сказать, конечно, что похоже на SnowRunner, но своя здесь механика и атмосфера, естественно, есть. Вот мы добрались до нашего лагеря. Это нам надо сюда привезти припасы, которые мы доставляли. Припасы. Экспедиция завершена. Вот смотри, у нас идет оплата 4800. Получите менее 200 урона, плюс нам еще 500 денег добавили. Забираем награды. У нас дальше открывается новая уже экспедиция. У нас здесь требования гидрологи нам нужны. Для чего, не знаю. Вот они. Гидролог нам нужен. Так, двигатель минус 100% урона от воды. Распознает биноклем или дроном броды. Отлично. Здесь, а мы логиста будем с собой брать, интересно? Добавить. Вот у нас такой Анвар. Анвар Фарси. Замечательный парень. С нами отправится. Ну, здесь уже можно выбирать машину. Но я уже буду выбирать, естественно, вот такую. У нас, смотри, сколько в инвентаре можно положить. Добавляем. Здесь у нас, видишь, обязательного ничего нет. Ну, давай возьмем, как и в прошлый раз. И здесь у нас уже можем и в борт набрать. И запчасти, ну, конечно, ой-ой-ой, надо аккуратненько немножко набирать, потому что все стоит достаточно дорого. Здесь у нас добраться до выезда с базы, поехали. Вот здесь уже посерьезнее аппарат такой. Я думаю, еще немножко посмотрим сейчас, что у нас здесь
на выбор будет. Ну, очень интересно, чтобы видео не затягивалось, большое не получилось. Я думаю, потом, если тебе будет интересно, мы дальше попроходим. Что ж ты такой слабенький? Ладно, включим обмен предметов. Да, ну здесь мы можем пополнять свои запасы. Выезжаем мы, к сожалению, с той же точки, где мы были и первый раз. Сейчас добираемся до точки об... Ох ты, что ты такой неповоротливый. Но высокий достаточно. Доехали, пересечь брод. Сейчас нам должен подсказать наш... Так, посмотрите вперед, бинокль, похоже, там есть брод. Ну, понятно, где у нас. Вот здесь мы... Брод. Вы нашли брод. Спасибо. Ну, вот, да, смотри, рыбак пропал. Нет рыбака. Бедняга, нам надо туда. Я думал, он мне даст какой-нибудь там совет, какой-то напутствие, не знаю. Ну, давай потихонечку проедем. Ну, кто опытный сноураннер, он бы здесь сам уже увидел, где можно проехать, где проще и легче. Грузовичок хороший, ну, по технике я не знаю. Естественно, как всегда, они будут добавлять здесь различную технику. Ну, и все это будет, я думаю, платно. То, что нам дали с первым доступом, бесплатно несколько машин, и все на этом, наверное, остановится. Вода выполнена отлично. Ну, мне кажется, в сноураннере, наверное, похоже, но сделано очень качественно и красиво. Так, брод мы пересекли, это наша следующая точка. Что мы здесь будем грузить, я не знаю. Хорошо, что машину взяли побольше. Так, что нам? Вы отлично справляетесь. Похоже, мы направляемся к тому ручью на юге. Хорошо, похвалил нас этот геодезист, или кто он там у нас был. А логиста мы уже с собой не брали здесь в эту... Хотя, наверное, надо было тоже прихватить. Но здесь команда, я смотрю, набирается очень большая. Наверное, будет потом в следующий рейс выезжать уже полный комплект у нас там будет. Начать сканирование. Каким образом мы будем начинать сканирование? Присмотритесь. Ага. Оп. Присматриваемся. Это уже, наверное, наш этот геодезист нам помогает. Или как там его... О, даже так. Оп. Отлично, чуть. Смотри, какой-то у нас красивый дедуля стоит деревянный. Оп. И здесь что нам еще покажет? Ну, интересно, видишь, такая механика, решили разнообразить. Какой занятный тотем. Похоже, он служит знаком, указывающий путь, нам говорят. И отправляемся уже к следующей точке. Ну, расход топлива не маленький, но хорошо, что мы взяли с собой запас. Такая машина, конечно, она очень медленная, неповоротливая. Здесь надо, видишь, заранее смотреть, сколько тебе надо места. Если, может, есть какие-то задания, где проще отправиться на маленьком каком-то скауте, на джипике. Так, что он скажет? Хорошо, что у нас есть эхолот. С ним мы сможем пересечь болото. И что нам сделать надо? Я так понимаю, взять эхолот. Вот он. Угу. Он нам показывает глубину. Я так понимаю, лучше нам отправиться правее. Зелененькое... Я думаю, что это нормальная, небольшая глубина. Где будет красная, туда лучше не лезть. Но я тебе скажу, в сноураннере мы без этих эхолотов нормально везде проезжали. И сразу видели, куда нам надо запереться. Ну, если взять как исследование, карты, местности, ну, довольно интересно. Я думаю, что не буду я ее возвращать. И, наверное, оставлю себе для коллекции. Хотя, повторюсь, цена кусается. Это можно было бы сделать, наверное, дополнение к сноураннеру, мне кажется. Потому что игра очень идентична. Да, здесь на эхолотом. Давай посмотрим, что нам покажет. Ну, показывает желтенькое, зелененькое. Я думаю, проехали бы. Давай мы немножко объедем. Вот. Полевее возьмем. Там немножко в бок бы нам ее вытянуть. Сюда, наверное, опасно лезть. Эхолот тоже зелененькое. Это не очень обозначение. А красное это что? Ну, вообще-то мы поняли. Еле-еле я и выбрался из этого болота, но доехал. Куда она нас дальше? Исследовать область? Отличная работа. Ну, парню повезло, куда меньше. Нужен большой опыт, чтобы передвигаться по болоту. А вот этому парню, а мы не можем ее вытащить, как сноураннеры, мы же... к сожалению, нет, но он такой, видно, не совсем ездабельный. Здесь мы дальше можем брать дрон свой. И изучать местность. Сейчас, смотри, мы отлетим немножко дальше. И у нас будет пропадать сигнал. Слабый сигнал. Понял. Ничего, обратно. Мы все изучили. 100%. Ну, это исследование, знаешь, такое. Летать по кругу, то не очень... Не всегда, наверное, будет потом интересно. Пока ты эти 100% не доберешь. Я думал, это такое дополнительное, как условие, задание. Но это обязательно.
Дальше тебе ничего следующее не включается. Это каменной головы. Это у нас, наверное, так место называется. Начать сканирование. Начинаем. Здесь у нас опять будет искаться место. Так. А, вот каменная голова, слушай. Ну, красиво придумали. Дальше. Оп. И третий раз. О, здесь надо попнуть. Здесь... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отсюда будет проще. Оп. Отлично. Какие-то новые места, памятники такие. Это тоже интересно будет исследовать, я думаю. Успех. Другие столь же впечатляющие объекты. Спасибо. Экспедиция завершена. Друзья, вот такой получился небольшой обзорчик. Говори, нравится тебе, не нравится. Мне кажется, дальше будет довольно-таки интересно. Поэтому всем удачи и всем пока.